with a heart full of fear. His shadow creeps closer, but I will. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и сегодня мы играем опять в Roblox. И сегодня будем сбегать не от какого-либо доктора, а от какого-то то ли деда, то ли дровосека, то ли не знаю, как его зовут. Ну, давайте вот. Ага, дед нам что-то говорит. Ну что-то типа на домашнем аресте, что ли? Если ты хочешь, чтобы я продолжил ролик, то подпишись на мой телеграм-канал. А то идут слухи, что YouTube блокирует. Так что, чтобы не потерять связь со мной, и чтобы я не потерял связь с вами, то подпишитесь, пожалуйста, на этот телеграм-канал. Ссылка в описании, а QR-код на экране. Продолжаем. Так, стойте, у меня графика высокая. Автоматическом стоит. Так, что у нас здесь творится? Нам надо сбежать, да? Так, что у нас здесь? Опять какая-то игра в Роблоксе. Ну ладно, у нас есть какая-то таблетка. Или что это? Ускорение? А, нам надо пропрыгать. Понятно. То есть нам надо вот тут пропрыгать все по этим клумбам. Во. Что это? Давайте есть нажмем. Короче. О, пилы какие-то. Капец у деда здесь опять. Откуда у всех у них деньги берутся? Какой-то гаечный газовый ключ взял. А, пилы, пилы. Уходим от пил. Ой, пилы эти. Так они сейчас распилят, да? Все, ну. Да, yes. А, это что такое? Я не заметил. А, надо пропрыгать, да, вот это все. А вот тут же дерево, как оно не загорается? Ну, не продумано. Не продумано, да, не продумано. О, дед. Здорово, дед. Ты ж там был. Дед телепортировался, офигеть. Дед сейчас меня... Нет, все нормально. Дед меня не бьет. Дед ничего со мной не делает. Молотки, которые падают. И которые почти пол пробили. Главное, чтобы они... Меня не прибили. Я бы успел пройти, но... Мой... То есть мой... Ну... Инстинкт... Не... Да, ёпарста, я упал. То есть мой инстинкт не посмел. Мой инстинкт самосохранения. Я, то есть, себя пожалел. И не стал прыгать. Я мог бы там умереть. Сломали вентиляцию. Ну, то есть, крышку от вентиляции. Ой. Ой-ой-ой-ой. Все нормально. А, нам надо ключи эти найти. Угу. Да ты-то что тут делаешь опять? Ну, он реально телепортируется. Ага, газонокосилки. Можно просто... О, гаечный ключ. Хорошо. Капец, а это как? Это же сложно, не? Ой-ой-ой. Хоп. Хоп. Прыжок. И прыжок. Хотя не так уж и сложно. А, надо по этим пропрыгать, да? Блин. Фух, я думал, что я уже умру. Так он тут и какие-то бургеры готовит. Офигеть. Он тут и за нами гонится, и... Что-то в гараже делает, и... По... И землю... Ой, блядь. И траву косит. Капец, он меня удолбанул. Ах ты ж падла. Он меня ударил. То есть этот дед вообще на меня руку поднимает? Ну, понятно. Это типа мой дед, да, настоящий? Так сказать, да, можно? Мой дед и меня пи... Ой, ну, так можно даже сказать. Оп, что это? Ага, лестница. Так, погнали. Лестница, лестница. На чердак, что ли? Давайте на чердак пойдем.
Ты чё? И на чердаке у него что-то. Капец, чего у него еще нету? Так, ну это... О, гаечный ключик. Мы уже нашли 5. Осталось еще 5. Так, наверх. Тихо, осторожно. Лазеры. Блин, я упал. Да, капец, я упал и сдох. Ой, я вообще прям паркурист от бога. Упал. Не умер, но все равно умер. Капец. Ладно, мы должны сбежать все равно. Так что... Не расслабляемся. Капец, он сейчас за мной побежит, да? Какой ты быстрый. Капец. Ну и пока. И дальше пошел. А зачем он пол косил? Мне ух ты. Мне вопрос, зачем он косил пол? Он совсем, что ли, тупой? Оп, оп. 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 Все. Скип. Так, сюда, да? Куда дальше? Да сюда. Ага, сюда. 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 Ага, сюда. В принципе, не так уж и сложно. Хотя все обе несложные, ведь я в них профи. Да. Я профи в обе в Роблоксе. Чекпоинт. А скип? А, ну скип, наверное, как всегда, за робоксы. За робоксы. Давайте сюда. Сюда. Там сюда. Сюда. Что это за таблетки? Я таки не понял. А, это какая-то игра, что ли? Или что это? О! Ага. Сюда. Вот сюда. Сюда. Капец, у деда дом огромный. Это у всех? Куда у них деньги на все это? Чё? А, мы должны по какой-то картине. Это что, дед? Оп, тихо. С обратно уедет. А девка куда-то поехала. Ну! Куда, куда, куда? Тихо, тихо, тихо. Нет! Да. Сейчас пролетим. Тихо. Все. Не, ну, в принципе, я просто загляделся. Так бы я с первой попытки... Да, блядь, кому... Так бы я с первой попытки пришел. Опа. Опа. Все. Сюда прыгаем. Сюда прыгаем. И сюда. И сюда. Ура. Ура. Мы пропрыгали. Как же меня бесит эти шкафы. Ну, они как шкаф выдвигаются. Ну, я дебил. Ну, да. Какие нахер шкафы? Оп! Нет, куда, куда? Сейчас откуда у этих дедов? Я, конечно, все видел, но откуда у них деньги? Я, конечно, и от училки убегал, и от учителя убегал, и 2 раза из больницы убегал. И от кого еще? От робота училки сбегал. Еще от кого сбегал. Ну, короче, много от кого я убегал. Я могу так сказать.
И в Майнкрафте я... Я вообще хоть от кого могу убежать. Да. Да, и я сейчас сбегу от этого деда. Я сбегу от этого деда, короче, все. Мне ничего не помешает. И не дед этот, и не газонокосилка его, и еще. Да кого, ну как я умер-то? Скипаю. Ага, деньги на тебя тратить. Лучше сам пройду. Да и так дорого еще, чтобы пропустить один этап. Сколько стоит? Давайте. А, ну, и так уж и много, но все равно дорого. 25 робоксов. Это очень дорого. Очень. Да, блядь! Комуха! Это очень высокая, ну, большая цифра. Для меня... Для меня самая максимальная цифра это 0. Понимаете? 0. Да заколебали вы свои сообщения присылать! Да копируй! Да чё они крутятся-то? Всё докрутится, докрутится! Чё всё крутится, докрутится? Угу. Так, что нам надо здесь сделать? Мы что-то заряжаем. Мы какую-то бабку, что ли, воскрешаем? Или что? Мы бабку какую-то воскрешаем. Капец. Воскрешаем бабку. Мы что, реально бабку воскрешаем? Сейчас бабку воскресим. О, дед! You have destroyed my creation for the last time. I've had it. Мы бабку воскресим. А что нам делать? Пошел в жопу! На, падла! На, падла! Ты что, совсем, что ли, страх потерял? Дед старый. Передом ты, а? Ты чё, падла, создал здесь говно какое-то? На, падла, пердун ты старый, иди трусы поменяй, ты всех обосрал, у тебя инсульт был 5-й степени, на, бля, на, тебе инфаркт сейчас хватит, как я тебя ударю, разнесу, я чё, я от всех убежал, я чё, от тебя не убегу, падла ты вонючая, ты чё меня делаешь? Да нет смысла ставить твои эти вентиляторы, вот эти все. Лазеры, вентиляторы. Давай я маленько пропрыгаю, чтоб тебя не расстраивать. Ты пердун странный. Старый, трусы обосранные. Ох! Бабка убила деда, чё? Бабка деда прихерачила. А мой персонаж в ахере стоит. А мне еще сейчас с бабкой драться? А где дед-то? Где бабка? Где все? Все, короче, сдохли. Ой. А где? А куда? Я сбежал. А вот он и я. А вот он и я. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл 2. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.